Thank you.
Господу помолимся.
небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам в дни, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Thank you.
праведности нет в нравах, и его же молитвы помилуй и спаси нас, яко благ и человек разумен. Oh.
Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами все пречистые Владычице нашей Богородицы и Пресадевы Марии, силуя честного и животворящего Христа, предстательство честных небесных сил бесплотной, честного славного пророка, Притечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всех вальных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца, святых и праведных Бога Отец Иакима и Анны и всех святых Твоих, благоприятно сотвори молитву.
источник Богу и на земле мир человечек благоволение. Слава вышник Богу и на земле мир человечек благоволение. Господне и спасение и на людях твоих благословение твое. Азуснух и спах постах я, как Господь заступит мя. Господи, да не яростью твоей обличишь и мне, ниже гневом твоим накажешь и мне. Яко стрелы твоя умзоши во мне и утвердилась и на мне руку твою. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Thank you.
Твой поклон. Yeah.
людям Господу помолимся. Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Чистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Oh,
благослови достояние Твое, посети мир Твой, милостью и щедротами, воспыси ров христиан православных и не спаси на них, милости Твоя богатая, молитвами всепречистая, Владычицы нашей Богородицы и Христа Девы Марии, силою честного и животворящего Христа, в предстательстве чистых небесных сил бесплотных, честного славного пророка Претечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всех хвальных апостолов, и же во святых отец наших, и вселенских, великих учителей и святителей, и же во святых отец наших, сия России, чудотворцев, святых славных и доброповедных, мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и же во святых, Отца нашего Иоанна, Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца, Его же прославление и памятение совершаем, святых и праведных, Бога Отец и Акима и Анны, и всех святых, молим Тебя, о многомилостиве Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе, и помилуй нас. Благословенную славную Владычицу нашу Богородицу и Христа Деву Марию,
чтоб всеми святыми помянул для сами себе и для друга, и живот наш Христу Богу предадим. Слава Тебе, показавшему нам свет.